Органы запису акта у громадянского стану Республики Беларусь сегодня означают свое стагодие. Миновито с их работой связаны головные подеи в жизни человека. Каждый документ у архивах не просто лист паперы, а чистый лёс. Как сустракали свой юбилей супрацовники ЗАГСов у наступным репортаже. Первая ассоциация с органами ЗАГС – весельный кортеж, вальс Мендельсона и иншие атрибуты регистрации шлюбу. Однако есть и иншие широкое коло функций. Регистрация нараджения и усыновления, установление батьковства, скасование шлюбу, смена имя и фамилии. В Гомельской области зараз працуют 25 ЗАГСов, Дом громадянских обрядов и архив. Первый гомельский отдел открылся 24 студеня 1919 года, и его загадчиком был мужчина. Сегодня в нашей области ЗАГСами керуют женщины. За последний час появились новые послуги, например, популярные у молодых выездные регистрации и церемонии ушанования семейных пар юбиляров. Мы обязательно узнаем момент знакомства этой пары. И когда мы поздравляем их и это говорим, им очень интересно даже самим послушать. Многие приходят дети. И вот мы детям говорим, вы тихонечко узнаете, вот как они познакомились. Это будет для них интересно послушать. Вот. И действительно, смотришь, когда на них, они, откуда вы знаете это все? Приятно, конечно, это все приз целый даже для них получается. Десятигодиями специалисты передают свой опыт молодым супрацовникам. Надея Морозова працевала загадчиком отдела ЗАГС Чыгуночного района каля 25 годов. Памятая, как все записи вели ручкой, а каб даденные заховывались должей, выкарыстовывали чернила. Коли робили помылку, все переписывали на ново. Потом з'явилися компьютеры и интернет. С энтузиазмом почали створать сайт и сачить за проглядами. Але головное у працы засталося незменным. Штодённые зносины с людьми, которые звертаются у отделы ЗАГС с самыми разными пытаниями. Профессия замечательная, замечательная. Я до сих пор с ностальгией, я даже прохожу мимо ЗАГСа, где я вот проработала почти 25 лет, у меня до сих пор мурашки бегают. Это замечательная работа, это замечательная профессия. Старайтесь, любите людей, старайтесь работать правильно, не в нагрузку себе, а именно идите на работу вот с душой, с желанием, и все у вас получится. Сегодня сярод основных потребований до супрацовников системы не идеальный почерк, а юридичная адукация. Задача каждого работника – письменно и хутко сделать регистрацию акта громадянского стану и дать необходимую консультацию. За 11 месяцев этого года ЗАГСы Гомельской области сделали больше, чем 39 тысяч записов. Из них около 13,5 об нараджении детей и больше за 9 тысяч об заключении шлюбов. Свое свято супрацовники ЗАГСов встретили в урочистой обстановке. Подчас ходу им вручили гоноровые грамоты министерства юстиции, Гомельской областной нотариальной палаты и городского совета депутатов. Естественно, хочу сказать слова благодарности за ту работу, которую делают эти люди. На сегодняшний день, мне кажется, ценности пытаются изменить, хотя человеческие ценности, они вечны, и менять их не надо. На мой взгляд, брак – это самое важное, что может быть и что должно быть в жизни молодых людей, которые любят друг друга и хотят создать ячейку общества, вырастить детей и провести вместе жизнь. Ганна Каральчук, Михаил Рабков, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».